Здравствуй, страна. 24 февраля, суббота. Ветерок сегодня у нас. День, ну, светлый, солнечный, но очень ветреный будет. Такие вот пироги. Так, светильник я отремонтировал. И сейчас его повешу на место. Теперь он с новой батареей, он уже будет работать. А проблема, собственно говоря, была обычная. Новый абсолютно светильник, но элемент литиевый стоит очень малой емкости. Пришлось его вытаскивать, отпаивать вот этот рыжий. Он даже 1000 мА не имеет. И припаивать к нему другой сваркой, потому что он был припаян паяльником. А это гробит элемент. Я поставил более мощный. И теперь он должен уже заряжаться и светиться как можно дольше. Вот моя сварка. Здравствуй, страна! Ну, что сказать. Погода стоит такая. Днем около 6 градусов, а ночью минус 3, минус 2. Сегодня 26 февраля, понедельник. И я посмотрел прогноз. В общем, будет еще холоднее. Будет буквально где-то 2-3 градуса днем, 4. И ночью всегда вот 0, минус 2, минус 2. Вот такая вот погода будет держаться до самого 8 марта и дальше. Дальше я не знаю, как там прогноз. Такие пироги, холодно. И самое главное еще ветер. Постоянный ветер. Дует ветер, 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 ветер. Холодный. Ну и хотя ветер, я решил все-таки веточку хотя бы одну спилить там. Навести порядок наверху. Эту не трогай. Тебе надо, да? Да, тебе надо другую, по-моему, пилку взять. Подожди. Какая? Веревочка. А это что? Кожанка здесь была. А это эти. Тебе надо чем-то привязать. Это тоже сухая, да? Ну вот видишь, они это висят хрупкие. Нижняя, да. Да, слазь. Ну, можешь ее тоже отпилить. Thank you.
Где будем их утилизировать? Курям? Ну, что будем перетаскивать в эту, туда, в загон. Курам? Ага. Тогда то, что сможем перетащить, да. Больших веточки, а сколько сразу здесь? Дерево хрупкое, значит, оно сухое, да? Да. Это на дрова. И вот это дерево, считай, оно очень опасно для нашего дома. По идее, ветки, которые мы спилили, были опасны. Ну. Вот эти ветки, они как бы
Некоторые могут быть сухие. Вон те. Даже если они упадут, они упадут с таким клювом. Так, раз. Сюда, то есть не на дом. Чтоб на дом, это надо вот это дерево, чтоб упало. А это не. Вот посередине видишь, какой ствол? Да, здесь он, надо будет он это. Он тоже дырявый весь. Где, вот так? Да, вот прям посередине ветка. Там с веревкой надо. Да. Там и ветки такие серьезные. Ну, хотя бы это снести. Потом посмотрим летом, что у нас. Заметьте, друзья, вот эта пилка сработала на одном аккумуляторе. И еще там дофига энергия есть. То есть о чем это говорит? Единственное, что вот холодно, и нельзя пимку нажать, масло, чтобы поступало нормально на цепь. Пришлось уходить и смазывать цепь. Ну, просто масло окунуть. Ну вот. Теперь я не буду бояться того, что однажды на мой капот упадет ветка, которая вот эта вот висела, здесь ветка, она прямо над капотом. Конечно, надо было еще вот эту ветку тоже срезать, но понимаете, это надо залезать на ствол туда, а сегодня ветреная погода, поэтому лучше-ка я это сделаю в другой день. Да, так как все-таки погода ветреная, ветки качаются. Надо будет вот эту веточку вот здесь вот маленько вот тут убрать. Веник пускай торчит от пока. Хотя его тоже надо будет убирать. Вот, ну пускай. Ну, главное, вот эти вот передние. Когда вот ветра не будет,
я залезу и срежу. Ну, а верхний пока трогать не будем. Тут только вот эту вот надо было, вот эту средненькую срезать. Но проблема в том, что она слишком высоко тоже залазить. Ну, можно туда, безветренную погоду. Поясок страховочный на это, на пояс. Пояс хороший у меня есть, а к нему какую-нибудь цепочку. И залезть. Все убрала, молодец. Все отлично, тут уже чисто почти. Я крупногабаритные работы делаю, она делает вот такие вот мелкие уже. Так, ладно, друзья, работа еще куча. Надо будет заземление проводить. Я, наверное, сейчас немножко передохну и начну потихонечку копать траншейку под штыри. У меня пришел такой специальный штырь для забивания этих. Но нужно канавку сначала прокопать.